Капитан, мы не одни. Их датчики уже засекли нас. Стелс-система работает. Они понятия не имеют, что мы здесь, если только мы не высунемся, чтобы нас стало видно. Тут что-то странное на поверхности планеты. Снижаемся, Джокер. Отметьте координаты. Никак невозможно, капитан. Ближайшая зона высадки в 2 километрах. Пешком нам не успеть. Ищите что-нибудь поближе. Ближе ничего нет. Я уже смотрел. Выбросимся в Мака. Для такой выброски нужно хотя бы 100 метров ровной поверхности. А там самое большое 20 метров? Нам в жизни не высадиться. Нужно попробовать. Ищите другую зону высадки. Другой зоны высадки нет. Угол спуска слишком крутой. Это единственный вариант. Это не вариант, это самоубийство. Мы не... Я справлюсь. Джокер? Без паники, я справлюсь. Всем собраться и спуститься к Мака. Джокер, выбросите нас прямо на башку этому гаду. Саран найдет канал. Силой эту дверь не открыть. Саран как-то смог ее открыть. Где-то внутри комплекса должна быть кнопка, которая отключает защиту. Нужно найти способ снова ее запустить.
что когда-нибудь найду Ил. Мы не должны быть здесь. Ни мы, ни Геты, ни Саран. Жаль, у меня нет времени, чтобы все здесь изучить. Мои сородичи когда-то пытались найти эту планету. Мы надеялись, что сможем здесь остаться, но мы не знали, что тут будет так негостеприимно. Мы не должны быть здесь. Ни мы, ни Геты, ни Саран. Здесь столько историй, столько всего можно узнать. Надеюсь, я смогу сюда когда-нибудь вернуться. Я не думала, что когда-нибудь найду Ил.
сих пор есть подача энергии. Наверное, собственный генератор. Похоже, это центр управления всем комплексом. Наверное, бойцы Сарана заблокировали дверь, когда он вошел внутрь. Если мы хотим попасть в бункер, надо будет придумать, как отключить блокировку. Скорее! У Сарана уже преимущество! Мы должны найти его до того, как он доберется до канала! Если уже не добрался, тогда мы идем прямо в ловушку. Мы должны рискнуть. Подождите! Что-то происходит! Слишком поздно. Невозможно. Флоты вторжения. Спасения нет. Похоже на какое-то сообщение.
Но я не узнаю этот язык. Скорее всего, это протеанский. Записи должно быть 50 тысяч лет. Неудивительно, что мы ничего не понимаем. Сообщение фрагментировано, но некоторые слова я узнаю. Это предупреждение о вторжении пожинателей. Конечно, видение маяка и шифр, в них все дело. Они передали вашему разуму знание протеанского языка. Небезопасно. Искать убежище внутри архивов. Что он говорит? Вы можете что-то разобрать? Вторгаются пожинатели. Цитадель сокрушен. Единственная надежда — акт отчаяния. Канал. Все потеряно. Там что-то говорится о канале, но разобрать ничего нельзя. Надо идти. Не остановить! Не остановить! Галат, подобно городу Троя, планета Ил известна лишь по описаниям в разлив. Обнаружить что-нибудь подобное. Этот бункер был последним убежищем всей их расы. Только представьте себе, что за тайны в нем могут скрываться. Какие секреты он может раскрыть? Эй, постарайтесь не забывать, зачем мы здесь. Саран, канал, судьба всей галактики. Прошу прощения, я на миг увлеклась. Надеюсь, у нас будет возможность подробно все изучить, когда все кончится. Я думала, Саран устроит нам какую-то ловушку или засаду. Но, наверное, он слишком спешил. Или мы в нее еще не попали. Что это такое на стенах? Какие-то контейнеры? Похоже на анабиозные камеры. Наверное, протеане пытались сохранить себе жизнь с помощью криогенной заморозки. Но что-то пошло не так. Бункер стал для них могилой. Камеры отключены, и все в них мертвы. Все? Этих камер целые сотни. Что Саран думал здесь найти? Тут ничего не осталось, кроме трупа. Thank you.
Что происходит? Это ловушка. Сарен подстроил нам засаду. Не думаю, что за этим стоит Сарен. Я несколько десятилетий изучала протеан, но никогда у меня не было таких дурных предчувствий. Что мы найдем там? Не важно, что мы найдем. Главное быть осторожными. Если бы это была просто автоматическая ловушка, Сарен бы тоже попался в нее. Жаль, у меня нет времени, чтобы все здесь изучить. Вы не протеане. Но и не машины. Эта вероятность также была предусмотрена среди прочих. Поэтому мы оставили предупреждение с помощью маяков. Похоже, это какая-то ВИ-программа, причем сильно поврежденная. Я не ощущаю ни в одном из вас следов внушения, в отличие от тех, кто недавно проходил здесь. Возможно, надежда еще есть. Невероятно! Настоящий протеанский ВИ, и я его понимаю. Я отслеживал ваши переговоры с момента, как вы вошли в комплекс. Я перевел свою речь в понятный для вас формат. Я страж. Здесь вы в безопасности. Пока. Но все может измениться. Скоро безопасности не будет нигде. Вы какая-то программа искусственного интеллекта? Я неорганическая аналитическая система, несущая слепок личности Ксада и Шана, главного смотрителя исследовательского комплекса на Иле. Зачем вы меня сюда привели? Вы должны нарушить цикл, продолжавшийся миллионы лет. Но чтобы его прервать, вы должны сначала понять его, или вы совершите те же ошибки, что и мы. Цитадель — сердце вашей цивилизации и столица вашего правительства. Тем же самым она была и для нас, и для всех, кто был до нас. Но цитадель — это ловушка. Эта станция — огромный ретранслятор. Он ведет в темный космос, в пустую бездну за горизонтом галактики. Когда ретранслятор включится, оттуда выйдут пожинатели. Все, что вы знаете, будет уничтожено. Почему никто не замечает, что цитадель — это отключенный ретранслятор? Пожинатели позаботились о том, чтобы скрыть главные секреты цитадели. Для этого они создали органическую расу якобы мирных хранителей. Хранители поддерживают основные функции станции. Они позволяют всем расам, которые найдут цитадель, пользоваться ею без полного понимания ее технологий. Все расы полагаются на хранителей, и это обеспечивает то, что они не могут раскрыть подлинную природу цитадели, пока ретранслятор не включается и не приходят пожинатели. Как пожинатели выживают в темном космосе? У нас есть только теории. Здешние ученые пришли к выводу, что для сохранения энергии пожинатели входят в длительные фазы бездействия. Это позволяет им прожить тысячи и тысячи лет, пока не восстановится органическая цивилизация. Но в этом состоянии они уязвимы. Уходя за пределы галактики, они добиваются того, чтобы никто случайно не наткнулся на них. Их существование остается тайной, пока не включается ретранслятор цитадели. Пожинатели смогут уничтожить Совет и весь флот Цитадели одним неожиданным ударом. Такова была и наша судьба. Наши предводители погибли прежде, чем мы успели понять, что атакованы. Пожинатели захватили контроль над Цитаделью, а через нее и над всеми ретрансляторами. Связь и перевозки по всей нашей империи были нарушены. Каждая звездная система отрезана от остальных. Мы стали легкой добычей для флотов пожинателей. Затем пожинатели систематично истребили наш народ. Планету за планетой.
Систему за системой они постепенно смели нашу цивилизацию. Война была проиграна. Если бы вы сдались, они могли бы сохранить вам жизнь. Нам не предлагали сдаться. Наш враг имел лишь одну цель – уничтожение всей развитой органической жизни. Заняв цитадель, пожинатели получили все наши записи, карты, данные переписи. Информация – это сила, а они знали о нас все. Их флоты прошли по всем обитаемым районам галактики. Часть планет была целиком уничтожена. Другие они захватили и обратили население в рабство. Эти рабы, находившиеся под внушением, стали тайными агентами пожинателей. Другие протеане принимали их как беженцев, а те предавали их машинам. За несколько столетий пожинатели убили или поработили всех протеан галактики. Они были жестоки, безжалостны и неумолимы. Что с этого имеют пожинатели? Почему они вновь и вновь повторяют геноцид? Пожинатели – чужой и непостижимый народ. Возможно, им нужны рабы или ресурсы. Но, скорее всего, ими движут мотивы и логика, которые не поймет ни одно органическое существо. В конце концов, важно ли это? Чтобы выжить, вам надо остановить их, а не понять их. Я не понимаю. Куда же делись пожинатели после того, как завоевали ваш народ? Наши планеты стали голыми. Рабы, подвергшиеся внушению, опустошили их. Они забрали все ценное, все ресурсы, все технологии. Удостоверившись в том, что развитой органической жизни больше нет, пожинатели удалились через цитадель назад в темный космос и закрыли за собой дверь. Были уничтожены все свидетельства вторжения. Остались лишь брошенные ими рабы. Хаски – безмозглые пустые оболочки, не способные к самостоятельному мышлению. Вскоре они вымерли. Геноцид протеан завершился. Вы сказали, что привели меня сюда с какой-то целью. Скажите, что я должна сделать? Канал – это ключ. Накануне нападения пожинателей мы, протеане, были на грани того, чтобы раскрыть тайну технологии ретрансляторов. Ил был сверхсекретной базой. Здесь наши ученые пытались воссоздать ретранслятор в миниатюре. Он был напрямую связан с цитаделью, узлом сети ретрансляторов. Канал — это не оружие. Это потайной ход на цитадель. Как вам удалось остаться ненайденными? Официальные данные о нашем проекте были уничтожены в начале нападения на цитадель. Протеанская империя рухнула, но Ил уцелел. Мы прерывали все сообщения с внешним миром и погрузились во мрак. Персонал ушел под землю в эти архивы. В целях экономии ресурсов все погрузились в анабиоз. Меня оставили следить за происходящим и пробудить сотрудников, когда опасность пройдет. Но уничтожение целого вида – это длительный процесс. Шли годы, десятки лет, сотни. Пожинатели не уходили, а мои запасы энергии убывали. Надо было сражаться. Нас было несколько сотен против галактического флота вторжения. Единственная надежда была на то, что нас не обнаружат. Я стал отключать жизнеобеспечение тех, без кого можно было обойтись, начиная с младшего персонала, одного за другим. Это позволило сэкономить энергию. В конце концов, остались лишь анабиозные камеры главных ученых. Даже им уже грозила опасность, когда пожинатели наконец ушли через ретранслятор цитадели. Там были сотни анабиозных камер. Вы просто их все отключили? Вы убили их? Вы были запрограммированы защищать их, а не убивать. Такой исход тоже предусматривался. Мои действия – результат условий, заложенных в программу при моем создании. Спорим? Тем, без кого можно обойтись, об этих условиях не сказали. Я спасал ключевой персонал. Когда пожинатели ушли, главные ученые были еще живы. Мои действия – единственная причина, по которой сохранялась какая-либо надежда.
Когда ученые пробудились, они поняли, что протеанская раса обречена. Нас осталось всего несколько десятков. Слишком мало, чтобы поддержать жизнеспособную популяцию. Но они поклялись найти способ не дать пожинателям вернуться. Навсегда прервать цикл. Им было известно о роли хранителей. Я так и не могу понять, что здесь происходит. Почему Саран пытается найти канал? Канал даст ему доступ к цитадели и хранителям. Хранителями управляет цитадель. Каждый раз перед вторжением через станцию проходит сигнал, который заставляет хранителей включить ретранслятор. После долгих лет напряженных исследований ученые нашли способ изменить этот сигнал. С помощью канала они получили доступ к цитадели и произвели необходимые модификации. На этот раз, когда Властелин послал сигнал на цитадель, хранители проигнорировали его. Пожинатели заперты в темном космосе. У Сарана должен быть какой-то план, чтобы исправить все, что вы сделали. Тот, кого вы называете Сараном, использует канал, чтобы обойти систему защиты цитадели. Оказавшись внутри, он передаст управление станцией Властелину. Властелин отключит системы цитадели и вручную включит ретранслятор. Цикл уничтожения начнется вновь. С Властелином я справлюсь. Как-нибудь. В моей консоли есть файл с данными. Возьмите с собой его копию. Когда доберетесь до главного пульта цитадели, загрузите файл туда. Он нарушит протоколы безопасности цитадели и временно даст вам контроль над станцией. У вас может появиться шанс против Властелина. Подождите. А где находится этот главный пульт цитадели? Я впервые о нем слышу. Воспользуйтесь каналом. Следуйте за Сараном. Он приведет вас к пульту. Если пожинатели заперты в темном космосе, как Властелин оказался здесь? Можно предположить, что после каждого сбора урожая пожинатели оставляют кого-то из своих в качестве агента, чтобы тот подготовил их неизбежное возвращение. Как и те, что ушли в темный космос, Властелин, вероятно, провел последние 50 тысяч лет в состоянии спячки. Время от времени он мог просыпаться, чтобы анализировать ситуацию. Не показываясь никому на глаза, он оценивал состояние галактической цивилизации. А когда пришло время, подал сигнал цитадели, чтобы вызвать очередное вторжение. Но на этот раз сигнал не сработал. Хранители не отозвались на него. Союзники Властелина остались запертыми в пустоте. Он оказался один и стал пытаться понять, что пошло не так. Властелин — самый большой корабль в галактике. Зачем все эти секреты? Почему нельзя просто атаковать цитадель? Властелин уязвим. Раскрыть свою природу значит для него объединить против себя все органические расы. Даже пожинатель не выстоит при таком соотношении сил. Но пожинатели терпеливы. Они не бросаются навстречу неизвестным. Властелин мог строить свои планы сотни лет, осторожно собирая себе союзников. Действуя через своих агентов, чтобы о нем не узнали, он постепенно собирал фрагменты мозаики. Сарен – самая очевидная пешка пожинателей, но вряд ли первая. Теперь же Властелин осмелел. Не знаю, от самоуверенности или от отчаяния. Но он решил открыть портал в темный космос. Значит, когда пожинатели создали цитадель, вместе с нею они создали и хранителей? Предположительно, хранители — это одна из порабощенных в глубокой древности цивилизаций. Возможно, первая из них. Возможно, они хорошо поддавались внушению, или просто пожинатели вывели эту послушную расу. Как бы то ни было, их оставили следить за цитаделью. Но теперь хранители уже не находятся под прямым контролем Властелина. Они эволюционировали так, что откликаются лишь на сигналы, издаваемые самой цитаделью. Когда протеане изменили сигналы цитадели, им удалось освободить хранителей от власти пожинателей. Они стали совершенно безвредны. Властелин, должно быть, понял, что органическими расами слишком сложно управлять.
Это правдоподобная гипотеза. Хранители эволюционировали в неожиданном направлении. Неорганические слуги, такие как геты, более предсказуемы. А что насчет маяка на Эйден Прайм? И того другого на Вермайре? Зачем они нужны? В эпоху нашего расцвета маяки охватывали все пространство нашей империи. Они составляли единую общегалактическую сеть для быстрой передачи данных с планеты на планету. Во время вторжения практически все маяки были уничтожены. Но как только пожинатели ушли, те, кто выжил на Иле, решили рискнуть и отправить сообщение. Мы знали, что, скорее всего, больше никого не осталось. Но если вдруг был кто-то еще, мы хотели сообщить им об Иле, дать им надежду. Поэтому по сети было отправлено сообщение. А вас могли узнать пожинатели? Вообще-то мы сомневались, что хоть один маяк еще действует, но попробовать было нужно. Если были еще выжившие, мы должны были с ними связаться. Сообщение предназначалось для представителей нашего народа. Его код могло понять только органическое существо. Мы все еще не понимали силу внушения. Нам было невдомек, что сообщение может привести на эту планету агента машин, такого как Сарен. Но также оно привело сюда и вас. Так что, возможно, мы все же не ошиблись. Что стало с выжившими протеанскими учеными? С помощью канала они получили доступ к цитадели. Но канал — это всего лишь прототип. Портал работает только в одном направлении, так что они оказались заперты на станции. Я не знаю, что с ними стало потом. Вряд ли они нашли на станции воду или пищу. Боюсь, что они умерли страшной и медленной смертью. Мне лишь известно, что им удалось заблокировать ретранслятор. Ваше присутствие здесь означает, что их жертва была не напрасна. У Сарена и так уже большая фора. Забираем файл и уходим. Вы уверены, Шепард? Кто знает, сколько еще просуществует Страж? Проекция уже сейчас слабая. Может быть, это наш единственный шанс, единственная связь с мудростью Протан, возможность, которая дается раз в жизни. Он может знать что-нибудь полезное. Я предоставлю всю информацию, какую смогу. Однако мои базы данных ограничены тем, что напрямую связано с предотвращением вторжения пожинателей. Я скопировала файл. Пошли. Тот, кого вы называете Сареном, еще не добрался до канала. Еще есть надежда, если вы поторопитесь. Культура, продвинутые технологии и сами протеане были обмануты пожинателями, как и мы. Это уничтожило протеан. Они дали нам шанс спастись. Надо торопиться.
Вот он! Это канал! Невероятно! Некогда наслаждаться видом. Надо лезть в ретранслятор. Агиты вряд ли расстелят нам ковровую дорожку. Покинуть цитадель! Эвакуировать совет! Цитадель главная! Цитадель главная, как слышите?